Всех приветствую, продолжаем рассматривать работы художников, знакомиться с их автобиографией по возможности. Рудольф Эрнст, австро-французский живописец, гравер, керамист, наиболее известный своими ориенталистскими мотивами. Он выставлялся в Париже под именем Рудольф Эрнст. Родился 14 февраля 1854 года, был сыном архитектора Леопольда Эрнста. Поощряемый своим отцом, начал учиться в Академии изящных искусств Вены в возрасте 15 лет. Он провел некоторое время в Риме, копируя старых мастеров, и продолжил свои уроки в Вене у Августа Айзенменгера и Ансельма Фейербаха. В 1876 поселился в Париже, в 1877 принял участие в своем первом салоне художников. Позже совершил поездки в Испанию, Марокко, Египет, Стамбул, чтобы изучить и задокументировать то, что он там увидел. Начинал как жанрист, но с 1885 года посвятил себя исключительно картинам с ориенталистскими мотивами, особенно исламским сценам, такими как интерьеры мечетей. Он также рисовал сцены из гарема и повседневной жизни в Северной Африке, основываясь на фотографиях и гравюрах, а также на своих собственных воспоминаниях о путешествиях по этим регионам. В 1905 году переехал в Фонтенет-о-Роз, где открыл цех по производству фаянсовой плитки с ориенталистской тематикой, оформил свой дом в османском стиле и вел затворческий образ жизни. Точная дата его смерти, по-видимому, не зафиксирована. В Википедии пишут, что это был 1932 год. Но так вкратце о австро-французском живописце, гравере, керамисте, наиболее известном своими ориенталистскими мотивами, Рудольф Эрнст. Пока-пока, до свидания.